Беларусь и Свердловская область могут расширить производственную кооперацию в машиностроении. Эту возможность сегодня обсудили на встрече наш президент и губернатор российского региона. Евгений Куйвашев возглавляет представительную делегацию Свердловской области на переговорах во Дворце независимости. Александр Лукашенко отметил, когда в отношениях Беларуси и России были не лучшие времена, именно сотрудничество с регионами спасло союз двух стран. Свердловская область, несмотря на удаленность, много лет надежный партнер Минска. Жители Уральского края хорошо знакомы с белорусскими продуктами, бытовой техникой, мебелью и текстилем. Там, в свою очередь, производят 6 из 10 турбин для энергетической отрасли Беларуси. Большой потенциал и в машиностроении. Например, белорусское предприятие «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев. Притом цены будут несравнимо ниже даже с предприятиями России. Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области мы можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный, я считаю, экологичный транспорт, как электробусы. У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения. Вы знаете, что Беларусь – это машиностроительная страна, и в любом сегменте мы имеем хорошие не просто наработки, но хорошие товары. У нас есть возможность для развития новых направлений сотрудничества, в том числе и в науке, и в сельском хозяйстве. Белорусские специалисты также готовы предложить Екатеринбургу свой опыт в строительстве. Что касается товарооборота Свердловской области и Беларуси, за минувший год он возрос почти на 20% и превысил 400 миллионов долларов.